тайм-менеджмент для мам и правила личной организованности. Очень много прекрасных мам в наших проектах, замечательных, старательных, которые хотят дать пользу своим деткам, но, к сожалению, не получается этого сделать по одной простой причине. Не знают, как организовать свое время, как планировать, не знают правила личной организованности и, соответственно, не могут себя организовать, заставить, прокрастинируют, происходит лень, происходит демотивация, которая не дает внедрить на практике даже самые крутые знания, которые дают нам пользу. Поэтому сегодня я даю вам такие первые шажочки для того, чтобы вы понимали, каким образом организовывать свое время. Итак, давайте я начну с того, что на самом деле в тайм-менеджмент для мам входит огромное количество разных важных пунктов. Я буду рассказывать вам их по чуть-чуть в разных эфирах, потому что тут такой очень широкий формат темы. Кратко скажу, что я начинала этот путь, когда мне было 20 лет, и за много-много лет практики, тренировок и занятий могу сказать четко, что у меня с тайм-менеджментом все хорошо, я успеваю очень много на протяжении дня, и тут нету какого-то секрета, который не может внедрить каждая мама на практике, поэтому начну делиться, я уверена, что при желании вы сможете все это внедрить у себя на практике. Значит, сегодня я начинаю с того, что рассказываю вам о личной организованности. Начну с того, что очень часто мамы и, в принципе, люди, да, они, ну и мамы и папы, да, в принципе, люди в работе, они начинают с неважных задач и целый день делают менее важные задачи. Так вот, если вы каждый день делаете менее важные задачи и не добираетесь до важных задач, то фактически вы крутитесь как белочка в колесе и стоите на одном месте. Тут нельзя говорить о том, что вы развиваетесь, о том, что вы куда-то движетесь, чего-то достигаете, потому что на самом деле вы как белка в колесе бегаете по кругу, мою, стираю, мою, убираю, кормлю, мою, готовлю, да, и вот все по кругу. Поэтому нужно научиться расставлять приоритеты и понимать, где важные вещи, а где неважные. Фактически есть такое правило Парето, закон Парето, возможно, кто-то его слышал. Так вот, правило Парето гласит, что, ну, вообще это принцип 20/80, оно в очень многих направлениях применяется, то есть, например, да, там 20% всех людей в мире зарабатывают 80% денег, да, и наоборот, 80% людей зарабатывают 20% денег. Когда мы, например, там начинаем что-то делать, то мы 80% времени делаем какие-то вещи, которые не являются полезными и ведущими нас к нашей цели. Так вот, до тех пор, пока вы не научитесь прописывать свои цели, свои планы, понимать, чего вы хотите. У многих с этим тоже проблема. С постановкой целей тоже проблема. Вы можете себе написать в блокнот любую цель, а потом вы не хотите ее выполнять. Почему? Вы прокрастинируете. Вроде все написала, вроде как бы все сделала, но не хочется. Потому что вы можете не попасть в свою цель, написать цель, которая вам не нужна и не важна, но социум вам навеял, да, что вы должны ее делать. Очень часто на нас влияют наши близкие, муж, родители, кто угодно. Да. И вот вы написали цель, а вам не хочется ее делать. Потому что она не ваша, и вы начинаете прокрастинировать, затягивать и так далее. Вот, но на самом деле важно понимать, что на протяжении дня вы должны делать не только рутину и бытовые вещи, которые вас не ведут к цели, а вы на протяжении дня должны обязательно уделять время своим важным целям, тому, что вас ведет выше, да? Фактически нету лимита ни у одного из нас, да, если у вас есть проблема, что вы не знаете, как быть независимой финансово, зарабатывать деньги, чувствовать себя хорошо, значит, что-то идет не так, как вырваться из вот этого замкнутого круга, надо учиться, обучаться, набирать навыки, да, то есть вы не знаете на данном моменте то, что вас будет вести к цели, вы не умеете, например, делать какое-то действие, но вы хотите зарабатывать больше, выходить на другой уровень финансовой независимости и так далее, возможно, там хотите заниматься с ребенком больше, что-то хотите делать, или там развивать себя как женщину, неважно, к вашей цели двигаться. Так вот, для того, чтобы выходить из этого круга, вам нужно учиться. Как только вы научились, вот то, что я всегда говорю, я никогда не экономлю на своем обучении, на обучении моих детей. Вы вышли на следующий уровень, все, вы, например, освоили какую-то новую профессию, да, и вы теперь можете зарабатывать больше, вы можете делать что-то больше. Например, вы освоили там какой-то новый навык, да, теперь вы более организованы, вы более успеваете на протяжении дня. То есть единственный вариант, как выходить на другой уровень зарабатывания денег, это постоянно учиться. Ну, у меня, например, учиться – это привычка по жизни. Я учусь все время, я учусь с маленького возраста, и самое главное, что мне приносит удовольствие процесс обучения. Это то, что я вам рассказываю в рамках наших детей, да, что мы можем приучить наших детей к тому, чтобы они любили процесс познания. Потому что если спросить некоторых родителей, некоторых взрослых людей, многие скажут, я ненавижу обучение,
обучения. Я с ужасом вспоминаю школу, институт, ненавижу эти процессы. То есть были моменты, которые отбили желание, в принципе, у человека познавать нечто новое, и это плохо. Поэтому мы с раннего возраста можем закладывать через веселые игры, через занятия любовь ребенка к процессу познания и обучения. То есть не через «я заставляю», а не через то, что ты находишь свою персональную личную мотивацию. Идем дальше. Значит, если вы учитесь, вы выходите на следующий уровень, и это как бы тот путь, который вы проходите, идя к своей цели. Потому что когда мы, по сути, в начале пути, мы видим, куда мы хотим дойти, сколько мы хотим зарабатывать, где мы хотим жить, там, кто должен быть в окружении, да, нашим, где должны учиться наши дети, на чем мы должны ездить. Это все наша картинка того, какую мы хотим жизнь. И да, вы можете ее составить ровно такой, как вы хотите. И не пугайтесь того, что у вас не хватает знаний. Возможно, действительно, на этом этапе что-то у вас, ну, чего-то у вас не хватает, но это не проблема, потому что вы можете дойти до этой цели. Но тут главное, чтобы вы научились по принципу Паретто, да, отделять, что реально важно и что ведет вас к вашей цели, а что является рутиной. Так вот, рутину нужно убирать по максимуму. Чем? Ну, например, те же бытовые приборы, они помогают убирать рутину. Там та же мультиварка, да, там еще что-то. Я могу приготовить вкусную еду, если у меня нападает настроение, я могу там сделать какую-то вкусняшку. Но в общем количестве времени я пользуюсь теми гаджетами, которые упрощают мою жизнь. Та же мультиварка, та же детская мультиварка, да, там, где-то там сушилки для одежды и так далее. То есть их много вариантов, но это то, что нужно убирать, да, по максимуму вот эта рутина, которая по кругу, и она, по сути, вас затягивает. Так вот, если вы по кругу крутитесь, говорите, нет денег, не могу ничего там дальше найти, потому что нет денег, так откуда им взяться, если вы не выходите из этого беличьего колеса? То есть выйти, пойти выучиться, пойти дальше на уровень, следующий. И вот тут вот уже подкачивает, скажем так, и подводит персональная организованность. Да? Сейчас будем проходиться с вами по важным пунктикам. Значит, смотрите, первое, создавайте себе стимулы, создавайте себе то, что вы любите. И у нас очень много задач, которые мы можем не любить, но делать их все равно нужно. Например, готовить кушать каждый день по несколько раз, потому что хочешь, не хочешь, дети хотят есть, да, и ты тут с этим ничего не сделаешь. То есть, во-первых, мы делаем таким образом, чтобы мы начинали любить эти процессы. Что мы делаем? Добавляем разнообразие и творчество, то есть даже заниматься развитием детей можно параллельно с бытовыми вопросами. Это то, что я предлагаю полностью всем родителям. Никогда не делать бытовые вопросы самостоятельно. Вашему ребенку год плюс — супер, у вас прекрасный помощник, который вам поможет вытереть столик, да, там вы его можете занимать какими-то задачами и так далее. И вы начинаете приучать ребенка к бытовым вопросам. Фактически 2 года плюс — это уже человек, который вам даже помогает, и это приносит пользу. В следующий момент начинайте с того, что делать вам легко, хорошо и быстро. Есть такое правило 2 минут. Если вы можете нечто сделать за 2 минуты и закончить этот вопрос и вычеркнуть его из списка, обязательно это делайте, потому что когда у вас накапливается огромное количество вопросов, когда вы пытаетесь все это удержать в голове, получается такая себе каша, да, то есть и тут надо, и там надо, и здесь, я теряюсь, я просто путаюсь и не могу, в принципе, ничего начинать, потому что слишком много вот этих вот моментов, которые я должна помнить и держать в голове. Ну, один из вариантов — вы выписываете это все дело, а потом получаете удовольствие от вычеркивания всех этих пунктиков, да, из списка. Но я, например, всегда делаю в первую очередь то, что можно успеть за 2 минуты. Тогда вы тратите 10 минут и делаете 5 дел. Все, вы забыли о них, и они не грузят вас. Есть такая штука, как вес от недоделанного дела, да, то есть это как кирпичи, которые вы сложили в коробку и там, или в мешок, и тянете за собой все эти кирпичи для того, чтобы там потом где-то как-то их сделать. Так, очень важно, чтобы вы по максимуму выкидывали этот балласт, да, вот этот вес, который вы несете за собой, если это занимает 2 минуты. Все. Это такое главное правило, которое мы выполняем. Следующее, награждайте себя за то, что вы что-то сделали хорошее. Обязательно себя хвалите, награждайте, давайте себе такую маленькую плюшку, да, маленькую радость. Я, например, там могу пойти выпить кофе, могу сесть там понаблюдать, сейчас у меня снег за окном. Неважно, что это, вы тоже должны понимать себя и то, что вас реально радует. И это обязательно, потому что очень часто мы забываем о себе, мамы забывают о себе, и это большая проблема, потому что если мы забываем о себе, если мы себя не радуем, то что происходит? Выгорание. То же самое с нашими мужчинами происходит. Если этот мужчина работает, что-то делает, и у него хватает денег только на то, чтобы прокормить семью и там что-то, какие-то базовые вещи, но на себя не хватает, то у него падает мотивация. Зачем я вообще живу, зачем я работаю, что я делаю, если я не могу порадовать себя? Поэтому обязательно давайте возможность
и себе периодически, и мужчине, да, удовлетворять какие-то вот свои хотелки, там, купил что-то интересное, пошел, сделал что-то там в виде хобби и так далее. И вот я вам скажу так, что даже мужчину мы вдохновляем на какие-то определенные действия. То есть это не обязательно, что мы должны за него что-то делать. Это значит, что мы можем вдохновить его своей энергетикой, передать ему вдохновение. Он, по сути, приходит к нам домой напитаться. Он напитался и пошел дальше мамонта ловить, да? То есть фактически, если он не напитался, не отдохнул, не получил нашу мотивацию, веру в то, что он там самый прекрасный, замечательный, то, опять же, мотивация падает. Нет желания чего-то достигать. То есть мы как женщины, мы даем энергию, подпитку нашим мужчинам. Это тоже очень важно помнить и понимать. Значит, по поводу нас вообще, да, развивайте решительность. Для меня это очень важный пункт. Я, в принципе, за многие годы настолько натренировалась не думать слишком долго. Да, есть люди разные, есть люди, которые должны взвесить до миллиметра, все просчитать миллион тысячу раз, и это у них занимает кучу времени. Я, в принципе, ну, довольно быстро принимаю решения, то есть мне нужно там немножечко плюсов, немножечко минусов, что является плюсами, что минусами, я быстро принимаю решение. Почему? Это важно, потому что я ненавижу состояние, когда я не могу принимать решение. Ненавижу, потому что, например, если я должна выбрать какую-то, ну, например, бытовую технику, но я не понимаю, какие критерии, где плюсы, где минусы, и вот этот вопрос, он на мне настолько висит, он настолько меня напрягает, что я не могу ни о чем другом думать до тех пор, пока я его не решу. Так вот, нерешенные вопросы, они просто вытягивают миллион вашей энергии. Развивайте решительность. Очень часто вы сидите и думаете, а что если обо мне подумают, а что если у меня не получится, а что подумает, не знаю, семья, что скажет мама, да неважно что, да, если вы начинаете действовать, это ваша жизнь и это ваши планы. Важно, что вы их реализовываете. Помните, пожалуйста, это, что это ваша жизнь. И вы можете ее жить так, как вы хотите. И это зависит от вас, и это зависит от ваших действий. Решительность, я считаю, одним из моих очень таких, ну, больших плюсов, потому что она дает мне возможность отсекать много вопросов. Да, вот там я подумала, взвесила, сказала, да, все, откинула этот вопрос. Это, знаете, как мячики пинг-понг. Я всегда это сравниваю с мячиками пинг-понг. Как будто бы вы играете в теннис настольный, и вы закидываете много мячиков параллельно, да, на сторону там своих партнеров, там запросили цену на что-то, да, там попросили какую-то информацию, там узнали по поводу школы, не знаю, ну любые темы, пошли записали ребенка на какие-то занятия, то есть вы перекидываете эти мячики, я утром просыпаюсь и начинаю утро с чего? Поперекидывала мячики, поотдавала запросы, там, например, 50 запросов мы раскидали на протяжении дня и ждем ответы. Это значит, что вы параллельно запустили вот столько процессов, да? Если бы вы делали это по-другому, вы бы сделали одно дело, потом другое дело, потом ждете третье дело, дали это дело, потом подождались, пока вам вернут ответ, и получается, что я, например, успеваю в 10 раз больше за день, потому что я накидала этих мячиков и жду. То есть тут главное вовремя и грамотно все это разбросать, эти задачи, как бы перекинуть мячики и стараться всегда, чтобы мячики на вашей стороне не лежали. То есть вам дали ответ, а вы не решаетесь, думаете, тяните, прикинули вам мячик, дали вам информацию, это стоит столько-то, например, да, или это надо сделать так-то, приняли решение, выкинули мячик на соседнюю сторону, все, дальше можете другие вопросы решать, и ждете, пока он прилетит обратно, этот мячик. То есть вот по принципу пинг-понга вы успеваете в 10 раз больше, как минимум. И это еще вот такая штука, как запараллеливание задач, то есть как я это делаю? Я привожу пример, очень много раз приводила вам пример, что я, например, когда спускаюсь там утром в кухню, да, я включаю чайник, иду умываться, мыться, да, там чистить зубы. То есть, что происходит в данной истории? Чайник уже кипит, я выкинула этот мячик на другую сторону, я жду, пока он закипит. То есть дело одно запущено. Параллельно я делаю другое дело и так далее. То есть это лучше, чем вы пойдете умоетесь, придете, включите чайник и будете стоять и ждать, пока он закипит. И это такой простой пример на самом деле, но по этому примеру вы понимаете, о чем речь, что это такое за мячики пинг-понга. Ну, по поводу решительности понятно, не думайте слишком сильно. И вы знаете, вот некоторые говорят: как ты там нашла, допустим, там свое дело, свою миссию, свое там любимое дело, да? Я, например, там не слышу каких-то подсказок. Не думайте, что подсказки вам придут в голову настолько ясно, четко и понятно. Ты должна делать что-то там, то-то, то-то. Нет, так никогда не происходит. У вас есть интуиция, она вам такими тоненькими намеками, а тебе было бы интересно это, а вот ты помнишь, тебе нравилось это. То есть она вам намекает, ваша интуиция, ее нужно услышать. Далеко не все ее слышат, это действительно факт. Но когда вы ее услышали, вы должны начать действовать. Вот здесь вот включается решительность. Значит, смотрите, что это, как вы думаете? Вот, я, вот моя цель.
Так вот, вот это ваш путь к этой цели. Если вы думаете, что к цели человек приходит, вот встал в точку А и сразу такой по прямой тыщ и пришел к своей цели, то нет, такого не происходит никогда. А путь к своей цели – это взлеты и падения, и это нормально для каждого человека. Я своих детей учу, что ошибки – это нормально, вы должны относиться к ошибкам нормально. Любой человек, который начинает действовать, делает сотни и тысячи ошибок. Но самое главное – вовремя сделать выводы по поводу того, что ты сделал эту ошибку, переориентировать свое движение, вектор движения, и все-таки идти дальше. И не бойтесь, если, идя к своей цели, вы пошли не туда. Вы увидите, услышите, вы проанализируете ответ от того, что сейчас происходит, и сделаете корректировку этого движения. И вот таким вот движением, иногда даже шагами назад от своей цели, да, вы в любом случае движетесь к своей цели. Если вы себе ее поставили, да, то вы к ней дойдете. Хочу, например, новую профессию, или хочу новый дом, или хочу, там, не знаю, новую машину, хочу, чтобы мои дети учились в Кембридже. Неважно, какая это цель, главное, что определили, куда я иду, да, и развиваю решительность. Начала двигаться, вижу, что не туда, проанализировала, что не так, начала двигаться в другую сторону. А поначалу, знаете, вот когда говорят, там, у меня нет денег, чтобы начать какое-то свое дело, еще что-то начинаете, это с минимальными вложениями, а то и без вложений. Вы в любом случае всегда можете делать какие-то там обучающие, да, учебные моменты, когда вы учитесь чему-то, кому-то что-то бесплатно даете, да, то есть это может быть, там, не знаю, если кто-то учится делать, не знаю, маникюр, ресницы, еще что-то, если кто-то учится еще что-то там, бухгалтерский услуги, неважно, чему вы учитесь, вы можете поначалу учиться и давать это другим людям и смотреть на отклик, на то, что вы даете. Но самое главное, чтобы решительность все-таки присутствовала в вашей жизни. Теперь еще один такой важный пункт. Называется «учитесь отказывать». Так вот, кто умеет говорить «нет», большие молодцы. И знаете, иногда это может быть некомфортно, иногда это может выглядеть странно, да, ну почему нет, почему все бегут в одну сторону, а ты такая прям стала и вся нет. Это важно, потому что это о ваших границах. Я всегда очень ответственно отношусь к своему окружению, я очень ответственно отношусь к своему времени, мое время очень дорого стоит, и не только мое, ваше тоже. Время каждого человека самый-самый такой дорогой ресурс. Я ответственно отношусь к тем людям, которые находятся вокруг меня. Я могу сказать этим людям нет, я могу сказать вовремя, в какой-то момент, что нет. Я даю очень много, я очень открытый человек, я всегда помогу, я не могу оставить человека, которому нужна помощь, я просто, ну, по моему внутреннему состоянию не смогу оставить, даже если, ну, в принципе, не должна помогать. То есть у меня есть такая внутренняя штука, но в то же время, если я вижу, что моим вниманием или какими-то вещами злоупотребляют, я четко говорю «нет». Почему? Потому что вот всегда будут люди, которые вас пригласят куда-то там, а давай поболтаем, а давай просидим целый вечер, а давай что-то сделаем, еще что-то, а да, я тебе расскажу, какой у меня плохой муж, какая плохая там свекровь, а какой еще кто-то плохой. Во-первых, всегда отрезайте негативщиков, всегда, потому что они энергетические вампиры, они высасывают вашу энергию, вы можете отдать энергию им, и потом нет никакой возможности дать ее там своим детям, своему мужу, миру. У меня все очень просто, ну, может, это выглядит жестоко, или как-то еще, если я вижу, что человек негативщик, да, то есть вот он просто негативит или рассказывает что-то, ну, совсем-совсем плохое, не дам ни секунды больше шанса, я, если это соцсети, блокирую, даже не объясняя, не пытаясь ничего доказать, ничего. Почему? Да потому что я не могу помочь этому человеку, потому что тот негатив, который льется с него, меня не касается. Есть конструктивная критика, а есть, ну, никакая деструктивная, да, то есть если вы видите, что это реально нечто, что вы можете улучшить в себе, там, не знаю, в своем продукте, в отношениях, в детях или еще в чем-то, услышьте, не надо быть самодуром, да, услышьте, если можете поменять, конечно же, меняйте. То есть, если вы видите, что это правда, и вы можете сделать что-то лучше, отлично. Видите, что правда на данный момент не можете сделать лучше, но стремитесь к этому, окей, запишите в план, стремитесь к тому, чтобы сделать лучше. Но если это выглядит вот просто как яд какой-то, ядовитая критика, да, которая на вас льется, или кто-то что-то вам говорит на площадке, на детской, одна мама другой что-то сказала, кто-то еще что-то вам, например, там, говорит,
то, ну, тут все очень просто. Это связано с тем, что тому человеку очень плохо. И ему настолько плохо, что он хочет поделиться этой болью с вами. Это не касается вас. Это не касается тех моментов, ну, если это реально деструктивная критика, которые связаны с вами. Поэтому, к сожалению, вам придется этого человека просто, ну, удалить из своего окружения. И цените свое время. Вот была какая-то ситуация, когда мне пишет одна из мам, говорит: я наблюдаю за вами каждый день, целый год, ничего полезного вы не даете. И вообще займитесь своими детьми, а то непонятно, что там они делают. То есть этот комментарий лично меня не касается. Этот комментарий касается того, что, ну, первое, если год человек наблюдает, и за год ничего нету полезного, он продолжает наблюдать. Первый вопрос: почему ты настолько не уважаешь себя и свое время? Как можно тратить свое время на то, что тебе не подходит? Никогда этого не делайте. Если вам не нравится что-то, информация, человек, сразу же удаляйте это из своей жизни. Но год насиловать себя тем, чтобы смотреть нечто, что тебе не интересно, это просто, ну, не знаю, плевок в себя же, да, в свою же душу. Любите себя и уважайте себя. Да, все люди разные, не всем подходит один, другой или третий человек, и это абсолютно нормально, да? Поэтому, конечно же, выбирайте то, что вам нравится, и то, что для вас качественно. И никогда, никогда в жизни не позволяйте тратить свое время на то, что вам не нравится. Это просто, ну, неуважение себя конкретное. Я настолько глубоко вижу каждого человека, ну, вот у меня какая-то такая штука, плюс я очень глубоко в психологии понимаю, что происходит с этим человеком. То есть если бы я этого не понимала, я бы могла принять это на свой счет. Но так как я четко понимаю, что это, где это и почему этот человек это делает, то есть она даже не понимает, почему это происходит в ее жизни. И вот пока она не поймет, она будет себя таким образом чувствовать. То есть это не обо мне, это о ней. Поэтому, к сожалению, я удаляю таких людей, как бы, и, ну, сразу же, да, говорю, что цените. Если вам не подходит, пожалуйста, цените себя и любите себя. Просто берете delete, заблокировать и все, и не насилуйте себя. И это касается всего, что происходит в вашей жизни. Если вам не нравится тренер, а вы к нему ходите, там, занимаетесь спортом и на него ругаетесь, ну, уважайте вы себя, поменяйте этого тренера, пойдите туда, где вам хорошо. Эта привычка негативить, она, на самом деле, очень ядовитая. Если в вашем окружении есть такие люди, извините, но удалить, потому что это вампиризм, оно вытягивает вашу энергию, и вы просто потом не можете ее дать никуда в другое место. Идем дальше. Пользуйтесь записной книжкой либо телефоном. Вот я, например, книжкой не могу пользоваться. У меня муж прямо там талмуды пишет в этих записных книжках, я так не умею. У меня телефон, вот я в телефоне ставлю будильники, потому что записная книжка не звенит, когда надо, а у меня настолько много дел и задач, что я, если не поставила будильник, то меня задергает еще 100 человек, которые пора параллельно мне пишут, задают какие-то вопросы. То есть на каком-то этапе ты понимаешь, либо ты начнешь это все синхронизировать, либо тебя просто завалит эта каша запросов и всего остального, и все, и дальше ничего. Значит, ну, я очень такой обязательный человек, и для того, чтобы не забывать, я стараюсь отвечать сразу же на какие-то запросы. Если ко мне пришел запрос, и я, ну, в принципе, там, не в какой-то позе, там, в пробке или еще что-то, я сразу же отвечаю. И вот, кстати, еще один прикол, почему я иногда, я надиктовываю, у меня настолько много запросов, что я надиктовываю в Телеграме, в любом мессенджере, нажимаю на кнопку, диктую, и он пишет за мной текст. И иногда он такое что-то непонятное пишет, и у меня такие смешные ситуации бывают, ну, все мои знают уже, что я диктую под телефон, и оно иногда неправильно воспринимает мой текст, и они уже просто там шутки ко мне присылают, типа, что это ты такое написала, вот, но иногда оно просто не успевает правильно написать, а я, ну, настолько много этих запросов, что я просто не всегда успеваю перечитать полностью все, что оно там надиктовало, поэтому бывают очень смешные ситуации, ну, хорошо, что люди это понимают, и мы можем вместе с ними посмеяться, вот, но на самом деле, пользуйтесь теми штуками, которые оптимизируют вашу работу, ну, работу, например, да, пользуйтесь теми штуками, которые помогают спланировать и синхронизировать эту кашу, понимаете? А все начинается даже с вашего пространства. Если порядок вокруг, порядок в голове. У меня может быть не идеально вытерта пыль, где-то не идеально там выметен пол или вымыт пол, но я знаю, что мои вещи, все вещи, они на своих местах. То есть мне тогда легче, потому что я знаю, что эта вещь по-любому будет в этой полке там и так далее. Вот эти вот моменты тоже помните, да, прописываем в записной книжке, либо прописываем в телефоне, но если это важные чекпоинты, обязательно их прописываем, то есть сегодня позвонить туда-то, завтра поехать туда-то, вот эти вот моменты забывать нельзя. Если вы их держите в голове, то в какой-то момент у вас происходит перегрузка, потому что в голове это все удержать невозможно, то есть вы в любом случае будете терять какие-то элементы, и вас будет раздражать тот факт, что вы что-то забыли. Но это касается меня точно, потому что у меня там в день, ну, может быть, 2
200 запросов от людей, там какие-то сообщения, группы, какое-то что-то нужно сделать, там партнеры, еще какие-то. То есть у меня настолько много этих задач, что я просто по-другому, ну, завалюсь по-другому. И то у меня бывают ситуации, когда мне кто-то пишет, я вот уже пишу ответ, еще там 10 человек меня перебивает, и я не успела тому дописать. То есть это связано с, ну, с количеством запросов. Дальше, следующее правило личной организации. Будьте внимательны к мелочам, вот обращайте внимание на мелочи. Если к вам приходят какие-то идеи, обязательно их записывайте, обязательно обращайте на них внимание. Следующий пункт, никогда не откладывайте. Вот не откладывайте, начните прямо сегодня, не откладывайте. Хотите что-то сделать, взяли, сделали сейчас. Потому что вот этот процесс подготовки, а я сейчас, все, слилась энергия, уже не сейчас, уже не хочу, уже не буду. То есть... Когда вы чувствуете, что вы прокрастинируете, вы сидите на диване, вы не хотите вставать, заниматься ребенком, заниматься собой, что-то делать, что делаем? Внутренний обратный отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Фу, встала, пошла, начала делать. То есть по-другому вы никак не сдвинетесь с мертвой точки, ничего не делая. Да, это преодолевание себя. Вот почему я все-таки вас всех приглашаю, кто на практических курсах, приходите на онлайн-тренировки. Я тренируюсь, я делюсь с вами своими тренировками, своим вдохновением, своей программой. Программа, она в принципе универсальна. Попа, пресс, ноги там и все остальное, руки. Вот, но тут важно даже не это. Важно то, что вы встали, вы запланировали, вы пришли и вы поработали над собой. Пускай это будет 15 минут с ребенком на голове, пускай это будет там 30 минут, и вы половину упражнений не смогли сделать, вам сложно, и вы сделали паузу. Но это победа над собой. Вы боретесь только с собой, вы не боретесь с соседом, никогда не сравниваете себя с кем-то. Да, можно там, например, смотреть, о, класс, у кого-то что-то получается, но я вам скажу, у меня как-то даже и кумиров-то особо нету, да, я всегда восхищаюсь, если кто-то что-то делает, да, но вот я не ставлю никогда этого человека там в ранг какого-то там царя, бога или еще что-то. Я смотрю, ух ты, классное, какое качество, хочу тоже такое развивать, буду это делать. Наблюдаю, смотрю, что там, еще что-то, и как бы тоже вожу. Но, опять же, вы можете сделать абсолютно все, что вы хотите. У вас нету никаких лимитов, у вас нету никаких вот этих вот блоков, да. То есть это все вам навеяно в детстве, окружением, неуверенностью, ну чем угодно. Поэтому начинаем просто брать и делать без длительных подготовок. Тренировки идут... У вас есть отдельная группа, которую я сбрасывала вам в Viber, и там отдельный Instagram, ну, они обычно идут у нас по вторникам, четвергам в 9:30 утра, вот сейчас будет в субботу в 10 утра, на выходные это обычно или суббота, или воскресенье в 10 утра, а на неделе это 9:30, ну, короче, это все расписывается, это точно, тренировка еще вдохновляет, супер, видите, вы большие молодцы. Почему я тренируюсь? Вот сегодня я проснулась, мне так плохо, я полночи бегала, там охрана звенела, я не могла поспать нормально, но... Почему я пришла на тренировку? Да потому что я себя восстановила за эту тренировку. Да, я помахала руками, там еле-еле как-то. Вы сегодня видели, что мне было сложно. Вот, но тем не менее, я победила себя. Самая главная борьба с собой, со своей ленью. Поэтому присоединяйтесь к тем, кто в практикумах или в практических курсах. Просто напишите вашему администратору внутри группы. То есть это все, у кого практические курсы, вы можете посещать эти тренировки бесплатно. Дальше. Следующий пункт личной организованности. Берите от времени все. Это очень важно, вам надо научиться использовать свое время грамотно, каждую минуту своей жизни. Помните, я рассказывала вам по поводу временного зонирования? Вот у меня, например, как сегодня, вот пример сегодняшнего дня, утром тренировка, это мое время, это я, любимая, себя люблю, себя уважаю, себе уделяю время. Дальше, сейчас мы с вами работаем, после этого я забираю детей, еду с ними кататься на горе, на сноуборде, потому что это их время, да, то есть я что делаю, я зонирую. Вот это зона моего персонального, это зона работы, это зона моих детей, там вечером это зона моего мужа и так далее. Да, я конкретно планирую все эти моменты, да, и когда я говорю, каждую минуту планирую, я могу запланировать себе час отдыха, это же не значит, что я никогда не отдыхаю, я не робот, я человек, я отдыхаю раз в два месяца, у меня идет падение, полное эмоциональное падение на дно, как и у всех. Что такое эмоциональное падение на дно? Когда ты просто сидишь и ты просто можешь смотреть сутки в потолок, у тебя все, энергия на нуле, ты все отдал, и тебе нужно восстановиться. Тогда я с уважением отношусь к своему телу, говорю, любимое тело, ты сейчас можешь смотреть в потолок, ничего не делать, мне ходят, готовят кушать, муж там понимает этот момент, то есть они меня напитывают, они меня не трогают, все, раз в два месяца эмоциональное падение, я напиталась, собрала ресурсы, пошла дальше его раздавать, да, то есть вот такие
вот моменты будут у любого человека. Поэтому вот эти вот моменты тоже нужно учитывать. То есть берите от времени все, разобрались. Так, идем дальше, еще буквально чуть-чуть пунктиков. Меняйте занятия, отдыхайте, обязательно отдыхайте, потому что ваш мозг, который долгое время делает одно и то же, ну, собственно говоря, когда этот процесс один и тот же, то есть постоянно вы повторяете одно и то же, вы очень сильно устаете. То есть вы выматываетесь, вы просто отдаете кучу энергии, если вы делаете одно и то же. Ну и, соответственно, вам надо менять спорт, там, дети, поела, приготовила есть, помыла, поцеловала мужа, там, еще что-то. То есть, когда вы чередуете, вы не так сильно устаете. Кто устает, от чего устаете? От рутины, от однообразия. Поэтому даже еду надо готовить по-другому. Пляшем со сковородками, там, делаем какую-то музыку на тарелках и так далее. То есть, будьте немножко сумасшедшими. Это настолько классно, вы раскрываете себя, ваша личность раскрывается. Танцуйте, когда готовите есть, это обалденно. Не будьте зажатыми, закомплексованными, вы прекрасны, каждая из вас это просто бриллиант, поэтому открывайте себя, свои вот эти вот возможности, вдохновение, не бойтесь быть смешной. И просто если бы вы видели, какие мы дома, то вы бы, наверное, сказали, что мы чуть-чуть такие. То есть мы постоянно прикалываемся, у нас какие-то приколы постоянно происходят. Вот. И это классно, это добавляет веселья в жизни, это добавляет оптимизма. Оптимизм, кстати, еще очень-очень важный пункт успешных людей, оптимизм. Они верят в то, что все равно все будет хорошо. Потому что на самом деле у всех людей, которые идут к цели, вот такие взлеты, падения. И если каждый раз на падении расстраиваться, то дальше до взлета не дойдет. Главное взлететь на один раз больше, чем упал. Идем дальше. Меняйте, отдыхайте, начинайте раньше обычного, если вы можете. Но для меня это проблема на данный момент с тем графиком, который у меня сейчас есть. Но если вы можете начинать на полчасика раньше, проснуться на полчаса раньше, чтобы сделать нечто, да, то сделайте. Я вам честно скажу, вот эти все штуки, типа там в 5 утра встаем, в 6 утра марафон, там бодрости, я не бодрая после таких марафонов, я не могу. Для меня это некомфортно. Я с ужасом думаю, как будет, когда снова в школу, да, в реальную школу, как я буду вставать рано. Но, тем не менее, для кого-то это может быть нормально. Следите за своим сном. Я сплю 8 часов. Если я поспала меньше, я неадекватная. Если я поспала меньше, я как бы уже, ну, такая, знаете, вот, ну, не в ресурсе. Вот сегодня я поспала меньше, и я не могу сказать, что я вот прям в таком ресурсе была на тренировке. Ну, как бы я сейчас, да, там, на протяжении дня нормально-нормально, но к вечеру я там буду уже засыпать и буду уже падать. Поэтому спите, это очень-очень важно. Так, разобрались раньше обычно. Планируйте, чтобы вот этого хаоса не было, да, когда вы пропланировали, прописали, и у мам это гибкое планирование. Есть жесткое планирование, есть гибкое планирование. Жесткое планирование это когда мы с вами там на работу, на 8 утра, там или какая-то встреча на 12, а гибкое планирование, когда мы должны поехать в бассейн, а наше любимое чадо не хочет одевать ботинок, или у него план собрать пирамидку. И хоть ты тресни, период кризиса 2-летнего отрицания, мы ничего не можем с этим сделать. Поэтому тут первый вариант, сломать личность, засунуть в ботинок и вытолкнуть за дверь, нехороший вариант с точки зрения формирования личности. Второй вариант, воспитывать сотрудничающего ребенка, который с вами может договариваться. Да, это не будет за секунду, вы его не впихнете в ботинки, но минут за 5 вы его уговорите, вы сможете ему донести мысль, что ну да, мы же договорились, а там мы будем делать то-то, 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 и ребенок, в принципе, это сделает. Поэтому гибкое планирование, в принципе, обязательно. Еще один важный пункт, сохраняйте оптимизм, то, что я сказала, потому что, ну, с оптимизмом легче жить. Я вам скажу честно, я просто, ну, абсолютно до корня волос оптимист. Я не позволяю себе расстраиваться или быть в каком-то состоянии обиды, расстройства более 5 минут, это мое правило. Да, я, естественно, как человек могу расстроиться по какому-то поводу, я не робот. Меня может расстроить какой-то факт. Но мой мозг за много лет, он настолько привык выкручивать все в позитивную сторону, что любая проблема, которая вот там происходит, я ее воспринимаю как трамплин к взлету. Да? То есть, и вы знаете, так оно и есть. Любая ситуация, которая какая-то вот негативная, неприятная, она дает тебе такой пинок, да, под попу и дает тебе понять, что слушай, не спи, давай действуй. И потом в итоге вы находите правильный ответ, как это делать, и вы становитесь еще круче. Я говорила, что у меня в жизни была проблема со здоровьем, ну, как бы тут два варианта. Можно было сломаться психологически и на этом все, а второй вариант, как это называется в моей ситуации, это травматический шок, который приводит к очень большому росту личности. Так как у меня там было много спорта в детстве и так далее, то есть даже такая ситуация, ну, я бы сказала, сложная, может, когда-то с вами поделюсь, она стала для меня трамплином и... Она дала понять осознание того, что моя жизнь не вечна, да, и как бы мне казалось, что там я буду еще там вечно где-то жить, еще столько всего успею, но на самом деле, мы понимаем, что
все равно где-то как-то там, кто-то до старости, да, кто-то еще как-то, но в любом случае мы не вечны, и если мы хотим что-то реализовать в этой жизни, это нужно делать здесь и сейчас, вот прямо сейчас, не откладывая, никуда не откладывая это время. Поэтому оптимизм вам помогает в жизни выкручивать все в хорошую сторону, верить в то, что будет лучше, если где-то что-то идет не так, придумывать, как это должно быть лучше. И в любом случае, если вы в таком состоянии, в оптимистичном, оно не будет забирать у вас столько энергии. Да, ситуация, но если, допустим, кто-то слишком сильно ее пускает в свою голову, в свою душу, то вы можете ее отрезать, эту ситуацию, и воспринимать ее как, ну, очередная задача, которую вам придется решить. Все. То есть, когда вы действуете таким образом, вас невозможно выбить из себя. 5 минут, и вы снова как сбалансированная такая мама. Контролируйте время, делайте все заранее, не затягивайте. Это мое правило. Я делаю здесь и сейчас. То есть, если мне надо что-то сделать, я вот прям беру телефон и начинаю делать. 1, 2, 3, 4, 5. Все, я сделаю эти дела, и как бы я не дотягиваю до конца. Я никогда не дотягиваю их до дедлайна. Мое правило сделать их намного раньше. Концентрируйтесь на одной задаче, то, что я сказала, по поводу того, что если это серьезная задача, то она одна. Если это такие мелкие задачи, то можно их делать параллельно. Ну, как бы параллельно вы запустили процесс, пинг-понг, мячик выкинули, да, включили чайник, или закинули, например, кашу, мясо в мультиварку, нажали на кнопку и пошли параллельно с ребенком гулять на улицу. Пришли, а волшебный горшочек вам сварил обед. Все прекрасно. То есть вот эти вот моменты важны. Но если вы занимаетесь серьезным заданием каким-то, то концентрация. Наш мозг... Ему нужно 26 минут для того, чтобы въехать в суть проблемы и начать разбираться в этом деле. Если вы работаете над какой-то серьезной задачей, то 26 минут вы только будете въезжать и концентрироваться. Если вы работаете с детьми, то это просто капец, потому что каждую минуту мам, 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 мам. Поэтому, когда я работаю, стараюсь все-таки там взять себе там этот час, да, но чтобы меня там никто не отвлекал. Я договариваюсь там и так далее, если там дети в садике или в школе, или кто-то там может с ними посидеть, но это будет эффективнее, если я этот час поработаю, а потом проведу час с ними, чем если я буду дергаться 2 часа, мам или работа, мам или работа. То есть вот эти вот моменты тоже нужно учитывать. А просите о помощи. Кто умеет культурно просить о помощи? Вот это такая штука, которую на самом деле тоже мы не умеем делать, потому что нам кажется, что если мы будем просить, там нам откажут. Да, 9 человек из 10 нам откажут, но один скажет: окей, я тебе помогу. И вот этот один — это ваша победа, это ваш один шаг вперед. И то же самое в работе. Вы напишите письмо, не знаю, там 100 работодателям, и там, например, только 10 откликнется, и один вас, например, возьмет на работу. Или вы напишите предложение 100 людям или партнерам, 10 откликнется, и один с вами будет работать. Это такая статистика, дорогие мамочки, да, это так и есть, поэтому не бойтесь просить, не бойтесь, и уважайте ответ другого человека: нет, не могу, да, то есть так как мы хотим, чтобы наше мнение уважали и наши ответы нет уважали, вот точно так же научитесь говорить: спасибо, я поняла, в следующий раз попрошу еще раз. Вот у меня есть такая штука, я когда что-то там делаю, я никогда не жду никого, но я могу с там 10 людям сказать: так, ребята, мы делаем то-то, 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 едем туда-то, хотите с нами? В итоге... статистика сохраняется, из 10 человек приезжает там 1 или 2 максимум, но тем не менее, они там говорят: ой, да ты, наверное, больше нас не будешь приглашать, потому что мы вот уже несколько раз отказались. Я говорю: нет, мне абсолютно все равно, я все равно сделаю то, что я хочу. Даже если я еду сама, если я сама тренируюсь, я все равно буду тренироваться, потому что это мое внутреннее решение, это мой стержень. А когда вы реально очень уверены и у вас есть внутренний стержень, да, то к вам присоединятся, ваши люди все равно к вам придут, да, они все равно будут рядышком, они все равно будут хотеть находиться рядом. По поводу умею, не умею просить, это очень важно научиться. Просить культурно, не так, что приходит муж, а вы ему говорите: о, ты опоздал там, и через чувство вины, ты такой плохой, поэтому ты должен теперь посидеть с детьми. Нет, любимый, слушай, я устала, реально, посиди, пожалуйста, с детьми, я буду очень тебе благодарна, да, там, или еще что-нибудь. То есть просим. Иногда скажет нет, иногда скажет да, здорово. Не надо только обижаться на нет, потому что если вы будете обижаться на нет, то что вы делаете? Вы снова пускаете в свою голову и в свою душу расстройство. Вот учите себя, максимум 5 минут я расстраиваюсь, максимум 5 минут я обижаюсь. Дальше я начинаю запускать процесс, да, восстановления своего ресурса. Почему? Если вы обиделись, у вас в энергетическом вашей чаше дырка. И если вы не перестанете обижаться, ваша дырка будет сливать всю вашу энергию. А это значит, что энергии не хватит на создание. Энергии хватит только на разрушение. То есть есть вещи, которые вас создают, а есть вещи, которые вас разрушают. Поэтому не позволяйте никому и ничему разрушать вас. Начиная с людей, которые вас окружают, да, заканчивая там теми какими-то ситуациями и задачами.
Ну и помните, что вы ответственный мир. Кто, если не я? Это мое правило по жизни, я никогда никого не жду. Если, ну это, например, там, мы приезжаем на море, да, ну у нас был какой-то год, когда мы отдыхали в Коблево. Это было, конечно, уникально. Мы действительно были очень странной семьей, потому что мы с утра приходили, мы там ходили, собирали какие-то бутылки, какую-то ерунду, которую раскидали. Мы расчищали свою территорию, у нас было хорошо, красиво, комфортно, и люди, сидя вот где-то там, у них под носом лежит какой-то мусор, они себя нормально, комфортно чувствуют, потому что почему все не убирают, да, я сам не хочу. Вот я никогда никого не жду. Если я хочу поменять этот мир, я его меняю сама. Не говорю, а давай вместе, а почему я меняю, а ты не меняешь, да, или почему я делаю, а ты не делаешь. Это разрушающая стратегия, а почему я делаю, а ты не делаешь. Я хочу, я делаю, я не хочу, я не делаю. И вот этот вот момент, кто если не я ответственный мир, и от меня зависит мое окружение, моя жизнь и моя, по сути, вот ежедневная жизнь. Так, и еще хочу сказать один момент, наблюдайте за собой, наблюдайте, какой у вас график, когда вам удобнее ложиться, когда вам удобнее вставать, как вам надо, сколько много часов вам надо спать, когда вам нужно тренироваться утром, вечером или еще когда-то, потому что это важно, вы должны себя слышать, и, ну, каждый должен понимать, когда это комфортно. Вот я сейчас понимаю, что на этом этапе жизни мне комфортно, вот, в более позднем графике, да, когда-то может быть другой график, он у меня на самом деле очень меняется, поэтому эти моменты тоже очень важны.